Теперь рябова с тузиком рядом нельзя. Вот тут рябой, а вот тузик. Он серый наложил. Щеночек спрятался. Потому что серый очень суровый. Ревнует. Теперь это его женщина. Но кушайте все. Полдень, 12 ноября 2022 года. Бреду домой, покормил собак. Щенка серой не обнаружил, где-то прячется. Все остальные на месте. Свет у нас с позавчерашнего дня как не было целый день. Дали и не выключали. Хотя Таня вам писала, говорила, что у них выключения продолжаются. У нас пока все нормально, но не знаю, домой еще не добрел. Так что погода переменно солнечная. Бреду через дачи. Новостей больше никаких особо нет. Поэтому всем желаю хорошего дня и мирного вечера, потому что вечер уже не за горами. Солнце уже так сквозь облака уже клонится. Думаю, часика через два уже и ночь наступит. Поэтому так тут на даче все. Где-то заросшее, где-то не заросшее. Даже некоторые ухоженные дачи. Очень много мусорок обнаружил здесь. Не знаю, откуда люди таскают, с каких-то ближайших домов. Но я думал, что только возле Максима там дачи. Там вот эта куча. А оказывается, здесь такие кучи — это обычное явление. Но ничего не поделаешь. Ну, а так вот. Обычный осенний день. Тихо. Сейчас приду, что-то поделаю дома. Чича сказала, буду гулять. Гуляет. Вот такие дела. Всем пока.